Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Ой, блин. Сорян. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade. Да, решил с нее начать, не беспокоить другие игры, сейчас тоже буду постепенно так выходить. С периодичностью в день, может в два, буду вот так стараться теперь не выпускать слишком много, хотя бы по, там, ну, по одному ролику в день примерно. Как-то так успевать. Если, конечно, мотивация будет, буду больше снимать. Сейчас будем продолжать наше прохождение Guilty Parade. Пока что, к сожалению, новых каких-то вещей нету. Имеется в виду... Новых глав я не слышал вообще никаких. Последние новости по Guilty Parade вообще нету никаких. Максимум только жалобы на то, на последний сюжет. Мне там делать нечего, это понятно. Туда мы не полезем. Ну, короче, по большей части именно об этом говорилось. О том, что они испортили взаимоотношения. Но это будет чуть... дальше, когда мы будем дальше проходить, потому что, как я понял, это идет в следующих главах. Так, сейчас нам надо смотреть личные вещи отряда. Ну, пошлите в мужскую спальню, я так полагаю. Хотя, подожди. Как мы знаем, лучше осмотреть все комнаты, потому что вдруг где-то да кто-то там сидит. Пошлите, осмотрим каждую дверь. Каждую дверь, каждый миллиметр. А, там же, кажется, генерал говорил, что они на тренировке. Кажется, так. Да? А, нет. Никого не видно. Вообще никого. Там проходит тренировка. А, не стоит сержанту Лемону, не стоит мне видеть. Все верно, ясно. Значит, мы никого не встретим. Все они на тренировке. Ну, как скажете. Ну окей, значит, тут нам искать нечего, пошли сразу в казармы наших товарищей. Давайте мужские казармы. Так, начнем. Тут есть любитель книг. Это уже все было. Хэм, место Оливера. Тут так пусто, есть только банка с таблеткой. Нет этикетки. А зачем они ему... Так, а это Яков. Точнее, не Яков, а этот Ганс, кажись. Да. Полагаю, эта тумбочка принадлежит Гансу. Посмотрим, что он тут хранит. Что он там хранит. Синий шарф, недокуренная сигарета, банка таблеток. Как раз-таки, кстати говоря, недокуренная сигарета Хельги. Странно, что ее не стащили, ну ладно. Подожди, чего он там сказал? Так, извиняюсь. Банк таблеток, еще один таблеточник. Так. Так, ладно. Кто следующий? Тут кто? Наверное, здесь хранят... Здесь хранит свои вещи Яков. Посмотрим. Пустые бланки с печатями. Запасная маска. Перчатки, таблетки. Чего это они пьют таблетки, интересно? Это что это за такие таблеточки? Везде таблеточки. Пустые бланки с печатями. Ну, отчасти понятно теперь, откуда у него были печати, чтобы пробраться через тюрьму. Когда я искал в комнате сигареты Хельги, Яков очень беспокоился, что я роюсь в его кровати. Может, стоит ее осмотреть? Гоу. Вроде ничего нет. Хотя, стоп. В подушке что-то есть. Вездесущая алхимия. Жертва. Возмездие. Покаяние. Ладно. Определенно стоит это забрать. Так, ну окей, юшки. Это тумбочка Вольфганга. Чернила, ручки, бумага, таблетки. Хэм, я здесь что-то... здесь что-то написано. Прекрасная Хельга была заточена в высокой башне. Она страдала и не переставая думала о своей любимой подруге. Когда же та снова навестит ее? «О, Руф!» — прошептала Хельга, прислоняясь к металлическим решеткам своего единственного окна в камере. «Мне так одиноко, но страшно.
сказать тебе об этом. И вдруг на горизонте засияла ярчайшая точка. Руф, неужели она услышала меня? И вдруг на горизонте засияла ярчайшая точка. Руф, неужели она услышала ее? Размытый силуэт приближался. И вскоре Хельга поняла, что не ошиблась. Это и впрямь была Руф. Она сказала на белоснежном... скакала на белоснежном коне, а в коптях по... каплях пота на ее лице блистало солнце. На ее глазах Но и глаза горели не менее ярким огнем жизни и страсти. Длинные волосы, собранные в небрежный хвост, словно шелковые нити, развивались на ветру. Оказавшись у подножья башни, Руф спрыгнула с коня и с решительным видом задрала голову. В сердце Хельги что-то Так, это тяжело читать вообще. Ну ладно, подождите. Давайте прочтем. Не-не, давай прочтем, что это такое. Let's go, читать. В сердце Хельги что-то воспламенилось. Хельга, клянусь, я вызволю тебя оттуда. Ничто мне не помешает. Я разрушу все оковы, что не дают тебе двигаться. Я убью всех, кто стоит на моем пути. Жди этого, моя дорогая подруга. 14 декабря 1913 года. Так. Нужно смотреть вещи. Смотри сюда, не есть бобы на ночь. Может, на самом... мне самому напомнить об этом Вольфгангу, раз он все время забывает. Так, это мы все осмотрели, верно? Да ты как бы уже порылся в ней. Б! Какая ирония. Теперь говоришь об обвинениях, ты уже порылся в ней. Так, ну, погнали к девушкам, я так полагаю. Ну что ж, гоу рыться. Тумбочка Дорис, о, Дорис. Фантики, список неординарных вещей с почти всеми вычурными... неординарных вещей с почти всеми вычеркнутыми пунктами. Таблетки. Да что ж они все таблетки-то пьют? А это... пули? Что они тут делают? Я бы не удивился, увидев их у Якова. Но у Дорис... ничего не понимаю. Зачем пули? Красивое растение. Надеюсь, его не забывают регулярно поливать. Так. Ширма. Из-за нее комната выглядит разделенной надвое. Так, что тут? Это, кажется, это тумбочка Хельги. Сигареты, бинты, мазь от ожогов и банка таблеток. Странно, зачем ей мазь для ожогов, если она не чувствует боли, потому что она буквально тушит себе об руку сигаретом, ну да ладно. Должно быть, это тумбочка Руф. Красивая красная помада, румяна. А что это за коробочка? Тушь для ресниц. Вроде Руф не красится, но тогда зачем хранить у себя косметичку? По просьбе Хельги? Еще здесь сложена юбка от униформы. И стоит... и стоит полупустая банка таблеток. Почему акцентирует? Типа она, получается, в большом количестве их пьет. Мне кажется, ли это может быть... вот это одна из причин их такой сильной странности. Что один, например, постоянно счастливый, а Руф, например, не может определиться своей идентичностью. Хотя, знаете... вот, скажу так честно, вот Руф как персонаж и вот это вот ее раздвоенность, я не знаю, может быть, хорошо персонажа прописали, но серьезно, вот так нужно добавлять хороших, именно прописывать хороших персонажей. Просто в фильмах, блин, напихивают вот подобного вот.
А вот здесь вот этот персонаж, он наоборот притягивает, его приятно слушать. Так, ладно, мы, кажется, все осмотрели. Или не все. Осмотреть личные вещи. Так. Полагаю, одна из ближ... Так, это уже не наше. И куда нам надо? Мы, может, что-то забыли? Может, что-то забыл я смотреть? Это сейф. Ну, мы почти все тут посмотрели. Осмотреть вещи. Что мы могли забыть? Нам сказали, ну, ответ же где-то тут. Ну, давай осмотрим вообще все. Красивые цветы. Ширма уже была. До сих пор не могу запомнить свое лицо. Я вроде выгляжу нормально. Реклама, листовка губной помады. Сомневаюсь, что стал бы украшать подобным свою комнату. Тут все осмотрено сверху донизу. Давай мужскую комнату осмотрим. Ганс носит шар. Здесь что-то лежит. Записка. Не трогай мои вещи. Снизу нарисовано несколько цветочков. Что это значит? Это все. Так, ну тут все осмотрено. Ганса мы осмотрели. Ну где? Осмотреть личные вещи членов отряда. Мы же все осмотрели, разве нет? Может, в костельной надо поглядеть? Подожди, что-то я не понял. Мне что-то непонятно. Подождите, что это мы застряли? Да ну нафиг, не хватало еще и застрять на подобное. Вот интересно, а почему мы застряли-то? Написано, осмотреть личные вещи членов отряда. Мы же осмотрели, разве нет? Опустил, надеюсь, хозяин забыл о своих накоплениях. Мыльные пузыри. Блин, ну что ж такое? Да ну нафиг. Мне там делать нечего. Извиняюсь, просто я не могу понять, а чё они так-то? Подожди, что там было написано? Подожди, капли для глаз, книги с какими-то точками, таблетки и крестик. Крестик? Он что, верующий в душе? Капли для глаз. Подожди. А, капли для глаз. Я, кажется, понял. Это не Яков, это... Элиас, если я ничего не путаю. Капля для глаз, это его. С какими-то точками.
А, это шрифт для слепых, так делают специальные такие точки. Может, они выпуклые такие, специально сделанные, чтобы по ним они, этот язык, по ним слепой может читать. Так, это понятно. Таблетки тоже. Все получается, я ничего не забыл. Ой. Вот так я и знал, блин. Понятно, скрипт не сработал. Я забыл осмотреть долбанный холстик. О, здравствуй, блин, Проныра. Ну как же без него? Как же без него вообще можно? Как без него вообще жить можно? Что ты там делал? Ну, здравствуй, здравствуй, друг горемычный. Давно не виделись. Давно не виделись, друг горемычный. Как же я тебя, как же я рад тебе. Яков, разве ты не на тренировке? Только что вернулся. Почему ты выглядишь таким испуганным? Ой, собака, он все уже отлично понимает, блин. Минус такой самый интересный. Хоть он, блин, и отвадивает от себя большинство своих товарищей, своей подозрительности, но, блин, эта подозрительность нам постоянно бьет, блин, в спину, потому что он постоянно, блин, понимает, что мы хотим. Крыса крысу видит издалека. Тут реально в крысу не сыграешь. Хотя нас даже и крысой не назовешь. Тут по факту у нас просто... Мы батрачим буквально. Мы батрачим... Крыса-батрак, потому что мы ничего сделать не можем. Нас просто усадили за работу, там и работаем. А где остальные? Скоро подойдут. Яков прищурился. Тут такое дело, Нема. Мы вчера посовещались и решили помочь тебе с расследованием. Что? Мы же договорились молчать. Теперь Вагнер... Не торопись с выводами. Я обещал помочь. Вот и помогаю. Разве это помощь? Именно. Не отказывайся от нее. Что-то мне не нравится Я сжал кулаки. Что-то мне не нравится его довольное лицо. Яков играл не по правилам. Еще мы хотим рассказать тебе о мире и о нас. Я опешил. Но почему так внезапно? Когда-нибудь ты все равно узнаешь. Вы поделитесь со мной этой информацией просто так? Или вам нужно что-то взамен? Верно. Верно. Мне нужна твоя помощь. В чем? Завтра после тренировки мы будем ждать тебя в подвале. Там... Обо всем и поговорим. Звучит жутко. Не бойся, никто тебя не съест. Мы с тобой договорились о сотрудничестве. Значит, я могу тебе верить? Яков скинул брови, а потом ухмыльнулся. Прихвати документы, которые тебе дал Вагнер. Они по-прежнему в шкафу с выдвижными... Они по-прежнему в шкафу с выдвижными ящиками. Откуда ты знаешь? Я очень наблюдательный. Читер, блин. Чертов читер, он еще и спалил наш тайник. Вот собака. Яков улыбнулся и, обойдя меня, зашел в комнату. Отлично. В этот день мне больше ничего не удалось сделать. С тренировки вернулся Оливер и велел мне отдраить всю казарму. Я и не расстроился. Благодаря его распоряжению у меня появилось свободное время, чтобы как следует обдумать предложение Якова. Интересное предложение. Ух ты, пух ты, ух ты, пух ты! А чё? Да идите вы нафиг! Самостоятельно, не нужно мне ничего. Подожди. Блин, ну хороший, ладно, давай скринчик. Сделаем скриншот, извиняюсь на секунду, вот так. Когда я вошел в комнату, ребята перешептывались. Но, заметив меня, тут же стихли и посерьезнели. Посерьезнели. Что происходит? Яков рассказал нам, что ты расследуешь убийство Бернальда Шульца. Мы можем дружно обо всем подумать и посовещаться. Наша помощь непременно окажется полезной. Среди вас есть свидетели преступления? Вот как раз... Вот
Вот как раз и постараемся это выяснить. Я ничего не понимаю. Секунд пять мы переглядывались друг с другом. Никто из нас, наверное, не знал, с чего следовало начать. Что ж, пусть сперва Немо все о себе расскажет, а потом ответит, почему он расследует именно это преступление. Хочешь начать с меня? Немо, не дурачься, рассказывай все. Мы стараемся помочь. Отчего-то я подумал совершенно иначе. Такое чувство, как будто... Блин, это не помощь, скорее всего, либо они... Ну, какое предположение есть? Во-первых, тут две теории. Возможно, я проспойлерю, тут две теории. Первая теория. Они сами знают... Первая теория. Они хотят при помощи этого дела надавить на Вагнера, ну, возможно, потому что тут так непонятно. Они давно хотят ответы получить от Вагнера, они что-то там от него хотят. Как мы слышали от диалоги, когда был огромный торт, сделанный Дорис из яиц и другой страны чебухни. Они хотят что-то от него получить. Это может быть как средство давления. Второй вариант это... Возможно, они сами тоже хотят выполнить это расследование. Возможно, они... Они хотят либо раскрыть преступление, это первая версия, потому что они как-то с ним связаны. Ну и третья версия, что один из них — это виновник, и данные Вагнера оказались абсолютно правдивыми, сверху донью, полностью. Ладно, хватит теории, погнали. Они собрались здесь не просто так. Зачем им мне помогать? Ну, тут ты правда. Именно это я и думаю, над чем я думаю именно над этим. Возможно, они, как и Вагнер, плетут интриги. А меня хотят использовать в своей нечестной игре. Ну, тут вот. Не стоило доверять Якову. В глубине души я подозревал, что в один день он все разрушит. Мы выслушаем тебя и постараемся помочь. Пожалуйста, верь нам. Тяжело вам верить, братаны. Мы практически о вас ничего не знаем. Не бойся, Омин. Мы все сделаем. Мы не сделаем ничего плохого. Ты знаешь нас, а мы тебя. Мне сложно вам довериться. Как так, Немо? Я думал, мы с тобой друзья. Я не могу рассказать вам все. Внезапно ко мне подошел Яков. Его ладонь опустилась на мое плечо и слегка его сжала. Я сперва скосил глаза на его руку, а потом на лицо. Ты перенимаешь мои привычки, Немо. Ты же сам говорил, что нужно быть более открытым. Без доверия и взаимной помощи нам никогда не победить. Это твои слова. Помнишь их? Вот я запомнил. Блин, чертов интриган. Но тогда я говорил о тебе и твоих товарищах. А я один, у меня нет ни семьи, ни друзей, которым я бы мог полностью открыться. Как же так, Немо? Мы твои товарищи. Не надо нас обижать. Да. Мы тебе не враги. Хельга права, ты мой друг, Немо, и всегда им останешься. Я не помню, как я к тебе отношусь. Подождите, я сейчас прочитаю. Да. Может, не надо. Может, не надо, а то застрянем тут не на один час. Нашел, тут немного. Читать? Вольфганг заискивающе выглядывал из-за страниц дневника. Его глаза бегали по нашим лицам. Побыстрее, пожалуйста. Побыстрее, пожалуйста. Вольфганг кашлянул. Небо хороший парень, он ничего себе не помнит. Это все, ну, примерно очевидно. Он даже, кажется, перефразировал часть своих строк. Удивительно быстро. Не издевайся. А я его хвалю. Могу поискать другие записи. Не стоит, главную мысль ты до нас донес. Да. Почему, кстати говоря, подождите.
Музыка-то исчезла, блин, я только сейчас определил. Да что ж вы, дураки, делаете-то? Ой, твою-то мать. Ну ладно, в любом случае, и так видео уже подходит к концу, продолжим уже дальше сами. Да какого фига? Серьезно, меня уже начинает бесить конкретно. Простите за то, что отсутствовал звук, я... А-а-а, это просто бесит. Ладно, я думаю, не сильно это вас разозлило. Я не знаю, какого фига постоянно в этой долбанном VLD-плеере постоянно пропадает звук. Я не знаю, что это за говно. Постоянно какое-то дерьмо да происходит. Нужно будет потом все пересмотреть и попытаться решить эту проблему. В следующей серии, надеюсь, такого не будет. Ну, одно скажу, наконец-то что-то интересное происходит, а то, не знаю, конечно, все тут в этой игре интересно, в этой новелке, но сейчас вот больше всего. Ну, что-то мне кажется, что тут это такое, знаете, сборище гиен, хотя не гиен, скорее волков, собираются загрызть бедного одиночку, волка-одиночку, который забрел на их территорию, и они готовы нас загрызть. Не знаю, почему у меня такие неприятные ассоциации, но... Ну, тяжело им доверять. Якобы особенные его довольные улыбки и странности того, что он такой открытый. Прям открытый-открытый. Это слишком странно для него. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось видеоролик. Надеюсь, я дальше смогу выпускать, ну, в стандартном порядке побольше роликов. Больше роликов, чем обычно буду выпускать. Вот. И, кстати, да, насчет этого. Лучше вам реально переходить на мой Рутуб-канал. Очень рекомендую вам переходить на него, потому что Ютуб снова захлестнули слухи о том, что Ютуб замедляют, он будет работать еще медленнее. У меня, конечно, все зашибись, потому что, может, я с телефона смотрю. Но, честно, на всякий пожарный, пожалуйста, перейдите серьезно на Рутуб. Вот реально большая просьба. Потому что я не хочу потерять почти всю аудиторию. Все эти три года уже, как я, ну, в Ютубе практически, может, даже уже больше, чуть больше. Не хочется потерять все это, хоть, конечно, риск этому все больше есть, потому что наши товарищи-законодатели все еще не очень-то и хотят думать от нас, обычных пользователях интернета, и что они буквально могут уничтожить весь русскоязычный интернет и выселить оттуда всех. Потому что Рутуб и ВК Плей работают реально дерьмово. Мой Рутуб канал, несмотря на то, что он наполнен видеороликами, там вообще работает все еще хуже, чем на Ютубе, которые постоянно замедляют. Вот тебе, блин, и плюс таких вот площадок. Другой вариант я не знаю. Пытаться максимум на Twitch переходить, но я что-то я сомневаюсь, что тогда, ну, я смогу перебраться. Да и к тому же, я не знаю, у меня нет даже возможности лицо показывать. Ну ладно, это уже моя головная боль. Главную мысль я до вас донес. Переходите в описание, там будет ссылочка на мой Рутуб канал. Ну и в описании канала также смотрите, там ссылочка на Рутуб будет. Ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение, пишите комментарии, критикуйте, обсуждайте сюжет. Я буду рад с вами пообщаться. Для меня это прям в радость с вами общаться и коммуницировать. Переходите в мой Дискорд-канал, на мой Дискорд-канал. Это, ну, просто чтобы-то опять-таки тоже как одно из средств связи. Ну и на всякий пожарный, может, это может пригодиться для того, чтобы устраивать, может, для каких-то игр кооперативных, потому что у меня есть несколько кооперативных игр, а вот участников для записи нету. Может, вы сможете поучаствовать в одном из роликов, кто знает. Вот. И подписывайтесь на канал и жмите на кнопочку подписаться, на колокольчик. Такое новых видео узнаете, пополните нашу большую, но все такую же крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся, товарищи!